Всем огромный привет, друзья! Меня зовут Андрей, и я рад приветствовать вас на своем канале. Ну и сегодня у нас будут хинкали, многими любимые. Давно у меня их сын просил, и сегодня я хочу поделиться с вами этим замечательным рецептом. Ну и по ходу ролика, как я в названии сказал, буду давать маленькие советы. Может, конечно, их кто-то и знает, а для кого-то это будет и новостью. Итак, не теряем время и начинаем приготовление, конечно же, с теста. Здесь у меня килограмм муки. Мука должна быть очень хорошего качества, не экономим на стоимости муки. И первый совет – это обязательно нужно муку просеивать. Чтобы тесто было более пышным, мы ее обязательно просеиваем. Второй мой совет. Вода для теста должна быть ледяная. Я вот ее только что достал из холодильника. И когда она была теплая, я в нее добавил чайную ложку соли. Растворил, потому что в ледяной воде это было бы посложнее. И вот в ледяном виде мы ее будем добавлять. Третий совет. Добавляем в воду уксус. Я использую винный уксус. 2 столовые ложки. Для эластичности нашего теста растворяем уксус в воде. И теперь мы понемногу вливаем воду. Часть влили, перемешали. Еще часть добавили, перемешали. Килограмм муки, друзья, и 500 миллилитров воды. Граммовки, конечно же, все будут в описании, и на тесто, и на фарш. И вот теперь начинаем тесто хорошо вымешивать. Вначале может показаться, что воды мало, но нет, больше ее сюда добавлять не нужно. Теперь буду тщательно мешать тесто на протяжении примерно 10-15 минут. Друзья, прошло у нас 15 минут. Вот такое вот получилось уже эластичное тесто. К рукам не липнет абсолютно. Формируем вот такой комочек. Теперь тесто убираем в кулек. Заворачиваем и отправляем в холодильник. Некоторые отправляют на всю ночь, ну, хотя бы пару часов оно должно провести у нас в холодильнике, чтобы влага в тесте перераспределилась и оно стало еще более эластичным. Короче, 2 часа тесто будет в холодильнике. Сейчас я часик отдохну, и мы займемся фаршем, потому что когда сделаем фарш, его тоже нужно будет убрать на некоторое время в холодильник. Но у нас тем временем прошел 1 час, как отдыхает наше тесто в холодильнике, и можно теперь заняться фаршем. Будем готовить фарш и затем также его на 1 час отправим в холодильник. Ну и для фарша сегодня я буду использовать говяжью шею и также свиную шею. Друзья, это мой 5-й совет вам. Мясо брать нескольких видов. Кто не употребляет свинину, например, мусульмане или просто люди не едят свинину, конечно, можно заменить бараниной. У меня сегодня будет говядина и свинина. Нарезаем на куски, чтобы можно было крутить на мясорубке. Друзья, как правило, мясо на хинкали рубят, то есть делают рубленное мясо. Но я взял крупную ячейку на мясорубке, и мы его все-таки прокрутим. Топориков таких у меня нету для рубки мяса, поэтому будем крутить на мясорубке. Свинины я взял 30% от общей массы фарша, то есть у меня 1,5 килограмма говядины и 0,5 кило свинины. Ну и также сразу нарезаю лук. Все, можем начинать крутить фарш. Далее нам нужна зелень, кинза и петрушка, и ее мы мелко нарезаем. Далее в фарш добавляем соль, хорошеньких 3 щепотки, примерно 1/2 чайной ложки зиры, помяли ее в руках, растерли и отправили в фарш. Черный молотый перец, примерно 1 чайная ложка, к свежему чесноку добавлю еще 1 чайную ложку гранулированного и моя любимая копченая паприка,
можно пару ложек. И теперь все хорошенько нужно вымешать. Все, друзья, фарш я хорошо вымешал. Теперь нам сюда нужно добавить воду. То есть фарш у нас должен получиться жидкий для того, чтобы был бульон в наших хинкали. И тут шестой мой совет вам. Вода должна быть ледяная. Вот я ей поставил в морозилку. Она у меня уже покрылась льдом. Добавляем фарш. И мешаем. Все, друзья, вот получается на 2 килограмма мяса у меня ушло 500 грамм воды. И он прям вот такой вот жидкий получился. И теперь нам фарш нужно тоже на 1 час убрать в холодильник, чтобы он остыл. Друзья, ну а у нас наступил второй день. Сейчас расскажу почему. Короче, вчера убрал я тесто в холодильник, фарш в холодильник, снял другой ролик. Прошло где-то часа 4, включил камеру, продолжать снимать. Тесто достаю, оно мокрое, оно липнет к рукам. Я не знаю почему, в прошлый раз готовили, пропорции все одни и те же. Мука одна и та же. Килограмм муки, 500 грамм воды, но тесто получилось влажное, прилипало. Но муки дома у меня не оказалось. Вот поэтому пришлось... Тесто, как положено, провело ночь в холодильнике, съездил за мукой, подмешал муки, убрал еще отдохнуть его. Ну и вот теперь уже мы продолжим приготовление. Теперь оно уже сухое, более плотное стало, к рукам не прилипает. Продолжаем, не теряем время. Теперь мы тесто разделим на две части. Вот такое оно у нас получилось, плотное. Одну часть пока убираем. А вторую нам нужно будет раскатать в колбаску. И теперь небольшими кусками буду его нарезать. Слегка вот так притрусим мукой. Берем один кусок, так его расплющим и начинаем раскатывать. Друзья, ну и дальше я буду использовать вот такую вот волшебную штучку для лепки хинкали. 21 век, зачем лепить руками, если все можно делать намного быстрее. Теперь мы кладем эту штуку вот так вниз, чтобы получить нужный диаметр, и отрезаем лишнее тесто. Далее кладем наше тесто на чудо-машинку, слегка вот так делаем углубление. И теперь фарш. Друзья, по поводу фарша, вчера вечером я его еще достал, помешал и добавил еще воды. То есть я изначально добавлял 500 грамм, потом добавил еще примерно 300 грамм. Короче, на 2 килограмма 800 грамм воды, чтобы он был прямо у нас вот такой вот жидкий. Теперь берем неполную столовую ложку фарша, кладем вот так на дно, на середину теста и делаем одно движение. И верх остается нам просто вот так залепить плотненько. Лишнее тесто сверху отрезаем. И вот такой красивый хинкаль у нас готов. Все, теперь за кадром я все это налеплю и встретимся дальше. Ну что, друзья, готовы наши хинкали. Налепились всей семьей очень быстро. Вода уже закипела и начинаем варить. Итак, воду слегка подсаливаем. Ну и последний, седьмой мой совет. Делаем вот так вот в воде воронку, чтобы наши хинкали не прилипали в процессе варки. И по одному закидываем. Ждем, пока закипят, и варить будем 8 минут. Если хинкали свежие, то есть не замороженные, 8 минут достаточно. Если замороженные, ну, примерно 10-12 минут. Аккуратненько помешиваем еще в начале. И варим. Ну что, друзья, вот она и дегустация.
Давайте же я сейчас камеру поднесу, один раскроем и посмотрим, как получилось внутри. Видно, какой сочный бульончик. Потек бульончик драгоценный. Ладно, еще один. Вижу, тут будет больше бульона. О, красота. Беру третий. Друзья, ну еще ни один рецепт грузинской кухни меня не разочаровал. Хоть я в Грузии ни разу не был, но на своем канале уже сделал довольно много таких рецептов. Это очередной из них. Ну, конечно, хинкали – это очень и очень вкусно. Слегка острые, много зелени, чувствуется зира, потому что тоже мы ее в фарш добавляли. Ну и самое главное, что это с бульоном. Это не пельмень, это все-таки хинкали. Сочные, вкусные, поэтому готовьте. Готовьте по моим советам, которые я вам в ролике показал. Ну, если кто, конечно, не знал. Может, кто-то меня еще чему-то новому научит. Пишите в комментариях, буду рад почитать и использовать в своих рецептах. Ну, не забываем ставить лайки. А кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. Ну, а я всем вам говорю, до скорых вкусных роликов. Всем пока, друзья.